Всем привет! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня мы будем делать бомбочки для ванны. Для этого нам понадобится обязательно резиновые перчатки. Без них никак не обойдешься. Также мы будем размешивать. Стучит. Масло. Эфирное масло. У меня апельсин сегодня. И эвкалипта. Краситель пищевой. Какие натуральные у нас. Лимонная кислота. И запасные еще две пачки. Вдруг нам понадобится. Интересно, а лимонная кислота вкусная? Я попробую обязательно. Соль пищевая. Тяжелая. 1000 килограмм. И сода пищевая. Давайте же начнем. Так, нам для начала надо одеть перчатки. Интересно, как я буду выглядеть. Все на желтое. Ну, я вижу желтый значок. Напишите в комментариях, а вы когда это делали? Бомбочки для ванны, и у вас удачно получилось, или не совсем, или вообще неудачно. В общем, напишите. Так, одеваем. Такое ощущение, что... Одно одело. Конечно, они, наверное, сползаться не будут, потому что они большие. Начинаем мы с соли. Как же неудобно эти ножницы брать. Ладно, это пока стоит. То я не разберусь с этой солью никогда. Так. Это что ж такое? Закончила, кажется. Надо снять. Все, кажется, закончили. Соль бы как бы, чтобы не рассыпалась, надо поставить. Так. И смотрите, так поставьте, чтобы она не рассыпалась, соль. А то вам потом долго убирать. Открывайте лимонную кислоту. Я ее никогда не видела. А вы? Не видел, просто... Так, ее, наверное, полностью можно вот так чего порезать. Какая она лимонная, она белая какая. Да, и всю пачку покупаем. Ой, она как сахар. Все, я выцепила. Теперь... Сода. Так, кажется, все. Ставим и теперь. Теперь надо хорошо помешать ложку. Тщательно. Мешаем. Да, как всегда, без рассыпчатой работы нет труда. В общем, как всегда, что-нибудь рассыпется. Все белое такое, сейчас все вам белое попалось. Сейчас мы то, что у нас получилось, разделим на 3 части. Я поделила наше, то, что у нас получилось, массу на 3 части. Теперь мы будем добавлять масла, чтобы они вкусно пахли. Это масло апельсин эфирное. Так, открываем. Достаточно было. Ставим. Я чуть-чуть больше налила и теперь закрываем, чтобы не разлилось. Тогда я буду другого масла.
теперь так помешаю, Маша. Меси, 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 мы песенку поем. Меси, 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 мы песенку поем. Теперь нам надо делать так, чтобы вот эта масса была более густой. Надо добавить любое масло, которое у вас есть, но то нельзя добавлять воду. В общем, я налил и теперь мешаем. Предлагаю его мешать и песенку петь какую-нибудь. Вот у нас не густая, видите, какая густая. Да, достаточно густая. Чтобы наши, чтобы когда мы делали именно форму нашего, нашей бомбочки, чтобы она не рассыпалась. Вот случайно. То будет потом в комментариях написано. А когда ваша, вы считаете, что ваша масса густая, добавляем красители. Так, ножницы. Я про них забыла вообще. Так. Ой, все, я достала эти красители. Кстати, здесь каждого номерки, видите? Смотрите, здесь один номер. Это оранжевая. Два номера, это зеленая. Так, это четыре. Три номер, это какая-то темно-оранжевая, либо коричневая. Четвертый, это фиолетовый. Пятый, это розовый. И, наконец-то, шестой, либо девятый, это коричневый. Сейчас я выберу цвета. Я, у меня же три части, значит, три красителя. Я хочу фиолетовый. Фиолетовый я сделаю вот это. Так, какой еще я хочу? Это желтый. Это все-таки желтый. Еще я хочу оранжевый. Это будет у меня вот это. И я хочу зеленый. Это будет вот это. Нет, давайте не станем. Да, все так оставим. У нас останется три красителя. 1, 5 и 6. Это там на следующий, куда нам понадобится. Вставляем краситель и заливаем туда и мешаем. Краситель водичка. Вот, это мое любимое число. 2. Никогда не видела красителя. Какой краситель! Прикольно, не могу блестеть. Вообще не представляю, какая бомбочка у меня будет. Мешаю, мешаю. Мешаем до тех пор, пока все это, вся масса не станет зеленой. Итак, я размешала все цвета, и сейчас мы будем из них делать наши бомбочки. Берем первую формочку и складываем. Не обязательно, как я, можно одним цветом это сделать, как угодно. Я хочу зеленый. Не жалейте. Насыпаю, насыпаю. Вот так. И промою. Следующим слоем я положу оранжевый.
Так, спускаем ее. Фиолетового у меня здесь больше всего, поэтому я фиолетового не буду совсем жалеть. Оранжевого можно пожалеть, потому что я его меньше всего. О, тяжело уже. И последний слой, конечно же, фиолетовый. Чтобы цвета не перемешались. О, фиолетовый более жесткий. Да, фиолетовый сложно пошел. Да что ж такое-то? Вот здесь надо заметить. Еще. Не жалею фиолетовый. Давайте доверху дополним. Этот не жалко. Хуже с фиолетовым, с оранжевым идет. Ну вот, в общем. Вот такое у нас красивое идет. Сейчас я подарю папу, что он их утрамбовал и поставил их сушиться. Я мигом. Бум! Я прилетела, папа я утрамбовал, теперь мы их ставим сушиться. Вот мы достали наши бомбочки из формочек. Вот это какой-то прям как форма короны, прям так кругленькая, еще вот таких не хватает. Вот этот, вот здесь какой-то такой узор от коробочки отпечатался. Кстати, он здесь пустой ткань белыми. И вот последний вот такой вот квадратненький. Ну, сейчас я приготовила ванну, и сейчас мы будем бросать эти бомбочки и посмотрим, они у нас как они будут расползаться, скажем так. И поехали! Я налила в ванну воды, теперь мы будем бросать наши бомбочки. Первая бомбочка. Вау! Она болит! Ой, клочки! Ванна в разные цвета. Окажется. По фиолетовый достается и оранжевый. Зеленый пока не пахнет. Давайте. Второй цвет. Ой, у нас ванна оранжевая. Как брызгается. О, а вот это сильнее пошла. Видите, как прям, как фонтанчик красный. Вау, оранжевая ванна. Чувствую, я буду плавать сегодня. И... У нас ванна будет просто оранжевая. И давайте последний зайти. Вау! Тут как вкусно пахнуть будет ванна. И, кстати, фотография будет в Инстаграме. Фотографии бомбочек и нашей ванны будут в Инстаграме. Еще не забывайте заходить. Классно расползаются. Вон зеленый пошел, видите, вот здесь зеленый пошел еще. Вот еще. Аквариум классный.
Смотрите, вот здесь зеленый сбоку. Вот там зеленый. Видите, он уже зеленый пошел. В той стороне также и оранжевый. Классные бомбочки. Рекомендую дома вам делать такие. Но одному не делайте, лучше делайте эти бомбочки со взрослыми. Оранжево-зеленый, почему-то фиолетовый пока нету. Только зеленый и оранжевый. Но оранжевый прям так пошел. Хорошо. Ой, у нас ванна грязная будет. Красиво. Это похоже, знаете, мы вот так видели такое мыло. Очень красиво и очень круто пахло. Прям такой же цвет был. Прям точно такой же. Только зеленый немного туда надо. Ну прям такое же мыло получится. Как у нас не мыло, а ванна. Вау. Ой, вот здесь я этот, как пена высылась, будто дерево. Все, расползается. Ставь лайк, подписывайся на мой канал. Ты еще увидишь много интересных видео.